И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами, допустим, долгий 19 и предпоследний матч, наверное, не уверен, скорее всего нет, но все же, который имеет в названии Rising Stars Pack. Ricochet, My Canalis, Really Rush столкнутся в Торнадо Таг матче, даже больше вам скажу. Elimination Торнадо Таг матч против Джуни Гаргано, Гран Виталика и Элайса. Погнали. Собственно, почему такой состав, я думаю, вы знаете. Если вы смотрели матч этих молодцов, Рикошета, Лио Раши, Майка Каналиса. Я проиграл только единожды за Майка Каналиса, если мне не изменяет память. Против Грана Виталика. И все-таки Металлик Драйвер остался у Грана Виталика, но сейчас мы это исправим. Canellis has inspired me to become a better me, a better husband, a better father. Everything about Mike Canellis is just simply right. And the guy has a big boot on him that, trust me, Cole, is good for the brand. Corey, it's really hard to be a better Corey Graves. It's difficult, but Maria Canellis will inspire you to do miraculous things. Oh, you guys are making my stomach hurt. No, Byron, you just looked in the mirror. Nonetheless, Mike Canellis set for action here tonight. And his opponent, first, from Cleveland, Ohio,
define who this young man is. To be totally honest with you, a decade ago when I met Johnny Gargano in a VFW hall in Cleveland, I never imagined that he would grow into the superstar he is today. Johnny Gargano has made a career out of proving people like me dead wrong. Johnny Gargano was once a security guard in my security detail back in the day. I didn't even know who the guy's name was. Well, you know it now, and so does the WWE Universe. Byron, you know why Metal League wears that mask? Why, Corey? In Mexico, he owes a lot of people a lot of money. I find that hard to believe. Byron, you should try it on. And his opponent. First, from Guadalajara, Jalisco, Mexico, weighing in at 175 pounds, Gran Metalik. You know what they call Gran Metalik's mask in Mexico? You're gonna tell us anyway. An upgrade. Gran Metalik's held titles around the world, almost as many titles as mirrors he's shattered. Are you guys ready to walk with Elias? I'm so excited. I can tell. And his opponent, first, from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 222 pounds, Elias. Listen, I can't deny his in-ring ability, but when it comes to his music, I got no time for Elias. Listen, you guys know Elias' lullabies are the number one cause of insomnia in the entire world. All right, I'll just answer my own question. Yeah, I knew that, if they are. Ну что ж, на какую команду вы ставите? На нас, DLC-шных пацанов, либо же на не DLC-шных людишек. И сразу же все нападают друг на друга. Рикошет на Джонни Гаргана, Гран Металик на Лио Раш, Элайс на Майка Каннелиса. И только я соблюдаю логичность и нападаю именно на Джонни Гаргана. Ну хотя, каждый вправе нападать на кого он хочет. Ни хрена себе, как Джонни Гаргана сейчас ворвался локтем мне в лицо. Было неприятно. Ну и пока что доминируют не DLC персонажи, кроме... Ну да, вот теперь тоже доминируют все не DLC персонажи. Элайс нет, уже не справляется с Майком Каналисом. Лео Раш уже совершил прием Гран Металика. И все вернулось на круги своя. DLC персонажи должны быть круче обычных персонажей, что логично. Ай, ну-ка еще раз. Вы видели, Рикошет просто не почувствовал, пошел дальше. Такой, неинтересно. И снова Рикошет начинает складывать как гребаную фигурку оригами Джонни Гаргана. И ух, как же это смотрится больно для Джонни Гаргана. Мне кажется, здесь вообще отстукивать надо. Так, и все, и Джонни Гаргана отплыл в далекое-далекое плавание. Давайте поможем немножечко Лео Рашу, в частности, бэк-суплексом. И полетаем немножечко за ринг. Или за таунтим. Да, за таунтим. Конечно же, мы за таунтим. Зачем летать за ринг, если можно не летать за ринг, да, Гран Металик? Так, 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 Гран Металик. О, сейчас теперь точно мы слетаем за ринг. Просто потому что это. Именно это осом. Все, Рикошет только появился на ринге, уже это осом. Тут уже даже не поспоришь. И отличный выпрыг за ринг. Просто Гран Металик даже ударился о невидимую стеночку. От такого. Ух ты, у Элайса есть таун, где он кричит позову до Уок из Элайса, интересно. Теперь мы сложим как фигурку оригами как раз таки Элайса, всех по складам и нормально. Ах ты, Гран Металик, посмотрите-ка. Помог он сейчас Элайсу избежать этой нелегкой судьбинушки. Сейчас за что, собственно, и сам и поплатится. Вы можете пока посмотреть, что происходит у других, потому что я на них отвлекаться не особо-то и могу. Правда, я вижу, что обходится у них дела не особо. Хотя вот Майк Каннелис отбивается от Джонни Гаргана. Лио Раш удержит вообще Элайса, неожиданно.
ломаем руку, мы играем Металлику. И зигзаг атак проводим. Джонни Гаргано, здравствуйте. Вот так вот. Мысли о Russian Короли. Так, ну и, собственно, все на ринге, кроме Гран Металлика. Мои канали просто немножечко отдыхают. Так сказать, ловит релакс. Ну так, если можно так сказать, нельзя так. Помоги, Каналис. Каналис! Каналис! Спасибо, Каналис. Вот Каналис молодец, взял и помог. Гран Металлик, не сегодня. На! О, как! Отличное колено от рикошета. Вы видели, как он сиганул? Это же просто охренительно было. Так, никто не может. И неужели брызги шампанское только... Spanish Fly будет от рикошета? Да, Spanish Fly удачный. Здрасте, Гран Металлик. Ну что же, Лучадор. Один против Лучадор другого. Все логично. Джонни Гаргано, здравствуйте. И Джонни Гаргано. Вот теперь мы с Джонни Гаргано снова... А, нет, другой прием. Хотел сказать, снова складываем как оригами, но нет. Ну что же, Лайс. Еще раз. Ну что же, Лайс... Нет, ладно, Лайс уже вырвался. В плане... из зоны досягаемости, насколько я понимаю. Хотя нет, ох ты, Лайс реверсировал. А так я бы мог попасть, на самом деле. Гран Металлик уже там сигает вовсю. Собственно, как и все сигаем. Все, вот теперь точно можешь смотреть на другие стороны, потому что я не особо слежу, что там происходит. На что-то там явно интересно происходит. И сигна! Я говорю, нет, еще раз, и сигна! Да как я не дотянулся? Я еще и не срежиссировал. Так, Лео Раш уже готовится пройти свою сигну в виде Инцигири. Мой коллег пока что сбивает Джонни Рестлинга. Ой, мимо попал Лео Раш, и Джонни Гарган срежиссировал. На тебе в лицо, Элайс. И удачная сигна на Элайсе. Это хайкик, да? Ну-ка. Бам, хайкик. Вот так вот. И Гран Металлик проводит не хайкик, а что же проводит нам Гран Металлик? Ну не нам, а Лео Рашу. Так, Майк Каналис проводит, по-моему, бульдог Джонни Гаргано. А Гран Металлик куда-то полез. А, хочет сигануть из-за канат у нас. Гран Металлик, собственно, это и делает, но промахивается элбалдропом по Лео Рашу. По Лео Рашу очень сложно попасть. Он такой мелкий и уворотливый, что попасть по нему почти что невозможно. Почти, Лео Раш почти что удержал Гран Металлика, но он вырвался на 2.9 буквально. Так, и будет ли? Да, ОМГ вот рикошет. И что же это за ОМГ такое? Вот рикошет, интересно даже. Так, так, так. Рикошет. Так, 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 рикошет, что ж ты мучишь? Но! Охренительно, рикошет. Давайте посмотрим повтор просто. Но, вот так вот. Мне нравится этот матч. На, особенно если смотреть... Этот матч можно посмотреть три раза. От лица Лео Раш, от лица рикошета и от лица... Майка Каналис. Ну, либо же не смотреть ни от какого лица и вообще не смотреть этот матч. Что я вам искренне не рекомендую. Матч-то очень даже добротный. Так, Гран Металлик сопротивляется всем моим атакам очень активно. Если Элайс уже огреб по полной, то Гран Металлик пока что отбивается. И Джонни Гаргано там, я вижу, в текушку тоже немножечко отбивается ото всех. Но, опять-таки, тоже недолго это продолжалось. Элайс получает DDT. Ой-ой-ой, Джонни Гаргано делает с Лео Рашем. Воткнул его в силстепс только что. Он негодяй какой. Рикошет, хорошо. Рикошет. Папах ты, не попал эблдропом. Рикошет, и Майк Каналис все-таки схлестнулся на ринге с Гран Металликом, по-моему, впервые в этом матче. Вау, отличный дискас панч. И дропкик еще добивает он Гран Металлика. Так, Джонни Гаргано, ты уже хватит избивать нашего... возможно, будущего чемпиона 205. Жалко, что больше ему не светит, потому что Лео Раш — это открытие этого DLC, так же, как и я забыл, как ее зовут, к сожалению. Но вы поняли, самая тайди, которая мне понравилась, посмотрите все обзоры, и вы поймете, про кого я. Кендис Ли Рей, вот она. Нет, и Дакота Кай, вот игра, посмотрите, что творит Майк Каналис. Он удержал Грана Металлика, отомстил Грана Металлик. Гран Металлику Майк Каналис, молодец. К сожалению, я не обратил внимания, как это было и что сделал Майк Каналис для этого, но он молодец. Судя по очкам и резаленсе, он, скорее всего, после финишера это сделал. Это было хорошо. Если он сделал это после Металлик Драйвера, то это прям очень красиво было бы. Так, пока что Лео Раш берет на себя Джонни Гаргано, я укатываюсь. И Rolex Sentence, прям как Velvet Dream завещал, Лео Раш делает, натыкаясь на Элайса из... Ух, отличный катер на Элайса задний от Майка Каналиса. И козырный Frog Splash от Лео Раш, и удержание, двойное удержание, раз, два, вырывается Элайс, раз, два, вырывается Джонни Гаргано, ого! Неожиданно. Все повырывались.
Так, Элайт, все, хватит бить нашего соплеменника Майка. Мы в большинстве, мы должны остаться в большинстве. Никто не должен из DLC персонажа проигрывать. Все же творит рикошет. Ой, суперкик. И Лео Раш. Этот бешеный килл-свич с разворота 250. Хорош. Да, давайте тоже затаунтим наверху. Майканулись, таунте. Три, да, минус Джонни Грагана. Все, остался всего лишь один враг народа, Элайс. А я пока затаунчу вот так. Такой прием, конечно, бесполезный, такой красочный. Почему-то реально не таунт. Ух ты, что делает рикошет. Элайс, ты же понимаешь, что у тебя нету шансов. И да, собственно, задний катер от Майка Канелиса. У меня есть сигна. Господа, давайте я его к себе приму. Вы не серчайте, но я хочу сделать ему сигну все-таки. Майк Канелис, пожалуйста, давай. Я все сам сделаю. В память о отличных матчах с Милом Мортесом, Фейсбастер. И... Зря я его поднял, конечно. Давайте сделаем командник. Кто там? Лео Раш, давай ты. Как один из открытий DLC этого пака. Ох ты. Майк Канелис. Запинай его, давай. Элай, спинай Майка Канелис, он меня бесит. А, успею? Нет, не успел. Так, давай еще раз Лео Раш, пока Майк Канелис в отключке. Не хочешь Лео Раш больше со мной тиммиться, ну да ладно. Отличный мосик показывает нам. О, кстати, давайте сделаем так, почему нет? Уничтожим Элайса его же приемом. У него же есть? Да, есть. Майк Канелис, как ты, какой же ты негодяй. Выкини его, правильно, нафиг Майка Канелис. Ты его не выкинул, Элайс. А, Майк Канелис, еще хватит меня бить, Майк Канелис. Лео Раш, ты видел, что Майк Канелис сделал? Давай его нагнем вообще, что происходит? Так, все, не смей трогать его, Майк Канелис, да, спасибо. Лео Раш, ты тоже не трогай, пожалуйста. И... Финишер Элайса на Элайсе. Удачно и до свидания. Элайс держался, но нет. Против троих у него никаких шансов не было. Вот так вот. Получается, что Майк Канелис удержал одного, Лео Раш удержал второго, и я удержал третьего. Все, в принципе, поровну. Давайте посмотрим, что проводил у нас Гранд Металлик. Элбл дроп мимо. Майк Канелис выкинул там Джонни Гаргана. Рикошет. Хайкик точно по лицу Элайсу прилетел. Вот этот вот, я даже не знаю, пэкэдж бомб провел рикошет на стол. Элайс провел свой финиш Майку Канелису, но мы быстро прервали это, и Майк Канелис в строю остался. В память о Милом Мёртвесе, финишер Мила Мёртвеса. И да, победа DLC, пацанов. Rising Star Pack затащили. Надеюсь, вам понравился такой быстренький, динамичный матч. Если так, ставьте лайки, пишите комментарии и до свидания.